Где я? Ну, что такое? Ай, блин, голова. Где вообще? Что за фигня? Я что, на корабле каком-то? И почему здесь ты? Там еще что-то. Почему здесь дырка? Что это за корабль? Что? Он что, тонет? Мы тонем. Мы же у берега, что? Это что такое? Неужели это? Нет, это не может быть. Я что, на острове духов? Нет, нет, нет. Ну хотя мне надо было сюда попасть за дедушкой. Нет, но я... Как я здесь очутился? Что с кораблем? И почему я в этом корабле? Я же был спокойно на своем катере. Ай, голова кружится. Это что, остров пиратов? Я на этом корабле приплыл. Ай, голова болит. Меня зажигалка есть. Так, это походу, да, это он, это он. Дедушка мне рассказывал про него и даже фотографии приносил, только которые были черно-белые. Ай, нога болит. Нужно посмотреть, что это за остров. Тут очень много кораблей. Что здесь такое? Что это за дом? Он чем-то мне напоминает. Стоп. А если я отойду? Так. Это же дом дедушки? Не верится. Ой, что это такое? Что это за головы? О боже. О нет, это не его дом, точно. Нет, это не его дом. Что это за остров? Да. Давайте проверим, что это за дом, потому что на этом фоне дедушка. Да, это его дом. Этого не может быть, что он на такое возможно. Я не верю. О боже, что это за головы? Что это за головы? Кровать. Интересно, что в сундуке? Так, я лучше закрою двери. Что тут? Так. Тут какая-то... Уже наступает ночь. О нет, мне уже страшно. Дырка какая-то. Может, не зря назвали этот остров. Остров. Книга. Первый день. И кто это написал? Джон. Джон. Стоп, у моего же дедушки имя Джон. Мой первый день в этом месте. Тут классно, но один раз они сказали, что в горе есть алмазы. Я пошел за ними. Алмазы, точно. Так он еще рассказывал про золото. Я за ними, но это была ловушка. Но друзья меня спасли. Какое-то странное предложение, странное написано, но
Странно написано, но я не знаю. В горе. В горе, значит, он нашел. Он сказал то, что нашел всего лишь половину доли этого золота. Но... Что за... Уже утро. Он сказал то, что он нашел всего лишь половину золота, но он не хотел никому это говорить, потому что они думали, он думал то, что у него это украдут. Говорят то, зачем я приехал за дедушкой? Тем то, что он уже 10 лет не появлялся. Надеюсь, это не его голова. Интересно, где он спрятал это золото? Где же он мог спрятать его? Где он мог его спрятать? Ай, пойду... Не, я лучше останусь дома. Посижу на кровати. Что? Уже закат? Не верится, что? Что за фигня? Уже закат. Может, я найду людей? Нет, я не буду идти туда. Посплю я.